На трансляции СТФТ и на Академии, и в обороне пытаются сделать все максимально полезное для команды, чтобы менять как можно больше держаться на половине поля пасы. Очень активно, а теперь они передачи хорошие выходят в атаку, 13 минут пасы с мячом. Можно ли передать, можно пробить, есть удар поворотов. Аут. Выбрасывать будет пас. Здесь здорово сыграно в обороне. Даже не в обороне, а вот при вот этом вот давлении. И момент становится голевым. 1-0. Нет, просто открывает счет. Номер 5. Побежал своим товарищем. Празднует этот гол. 1-0. Тоже очень неплохо, сильный бросок и хороший момент, 2-0. Вот хотел бы сказать, не успел, потому что хороший сильный бросок мог стать голевой передачей, но вот бросок из-за этого стал третьей голевой передачей. Пытался здесь игру паса сделать, нанести, даже правильнее сказать, но после этого мяч срезается в ворота МТТ, еще 2-1 становится после прострела. Стал голевым. Что будет сейчас? Удар поворотом, хорошая попытка, и дотягивается уже потом кончиками пальцев голкипер до мяча. Может быть и проскочил, но если посмотреть видеоповтор, однако в игровом моменте он нарушение не усмотрел и, соответственно, игру продолжил. Сейчас в атаке пас. Момент здесь можно пробить каким-то образом, но трое здесь. Ой-ой-ой, такие моменты, конечно, не спонтанные. А когда момент спонтанный, не всегда из обороны, потому что давление оказывается хорошее. Тяжелое, по-моему, поле. Едем другие, вот можно даже сейчас как-то просто обратить попытаться внимание. Атака. Удар поворотом отбивает вратарь. Перед этим на газоне оказался игрок пас. Вроде как все было по правилам. Момент за моментом. Один опаснее другого. Еще вброшен мяч из-за боковой вот здесь. Друга очень грамотно. Технично идут вперед футболисты МТТ. 3-2, вот здесь может атака произойти. Но перед этим было нарушение правил. И номер 4 фолит на номере 15. И есть предположение, что он сейчас покинет поле досрочно. Красная карта. Конец первого тайма. Через дом они отыгрывают. Ищут варианты. Их множество, но периодически игроки закрыты. Все те, которые в атаке. Правый фланг. Можно забросить, можно пробить. И удар неприятный для голкипера. Будет удар поворотом, естественно. И
Здорово, мяч от штанги попадает в ворота. Есть такая тенденция. Снова голкипер ударил по линии. По правому флангу атака МТТ идет. Здесь есть передача вперед в штрафную площадь. Удара пока нет. Вот свежий второй номер. Прострел и замкнуть получится ли нет? Нет, голкипер забирает. Мяч вынесен. Пас будет опасность какую-то пытаться придумать. Удар по воротам. Защитника мяч попадает. Заброс, момент опасный, добивание, разбивает голкипер. Может быть еще что? Нет. И посмотрим, как они этот штрафной разыграют. Удар в стенку. Еще раз попытка штрафную мяч оставить. И сколько? Бросок очень хороший, дальний. И еще одно стандартное положение зарабатывает МТТ. Очень много споров вообще в принципе спорных решений сегодняшней встречи, я имею в виду судейских решений, но так или иначе мы смотрим футбол. Тот момент, который прошел, его уже не изменить. Поэтому мы просто будем наблюдать за очередным стандартным положением. Удар поворота, и это замечательнейшая попытка. Супер попытка. Браво, прекрасный удар. Метро. Корт делает счет 3-2. Матч окончен. Матч завершен. 3-2.